парни, удочку в руки давайте берите и закидываем ее. И давайте, закинули. Владимир, большая и маленькая. Отлично, мусор одна штука, прекрасно. Почему я такой мусор? Олег, только мусора достоин ты, на самом деле. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новую серию по первому серверу мира в GTA Peter Pan. С вами сегодня, как всегда, кофе со мной сегодня Андрюша и DeFi и Макс Фреш. И сегодня мы будем снова продолжать наши приключения. Ну что, пацаны, как у вас вообще дела? Где Макс, подожди? А, уже пошел, да? Ну давай, в город погнали. Слушайте, а вы не хотите на мероприятие это сгонять? Кто последний, тот лох. Ну, мне меньше, нахуй. Давай. До машины, тот лох. Андрей, тебе нормально с удочкой бежать, как бы, не тяжело? Вообще, очень удобно. Ты смотри меня, леска не зацепи, ты крючок не подсади меня, хорошо? Да, он тебя давно аккуратнее размахивай. Да, друзья, сразу хочу вам сказать, если что, это не мой Мерседес. Я взял просто у кента погонять на пару дней. В аренду? Чисто. А какая аренда? Мы тачками поменялись просто, и все. Ну, окно я ему новое поставлю, не переживайте. Нормально. Слушай, я на самом деле не знаю, я вот особо на нем даже не покатался, я чисто на сервере взял погонять. Мне просто интересно вообще, что он из себя представляет, как он вообще под скоростью, я на самом деле просто ни разу на нем-то и не гонял особо. Понятно. Так, а поехали налево, в сторону Палета Бэй. Там просто какое-то мероприятие сейчас делают, ребята, и мне просто интересно посмотреть, что там за Макларены какие-то. Так, Олег, надо было в тату салон завести мусор. Да это уже, слушайте, ребята, на самом деле я, знаете, с чего угорнул? После выхода предыдущего ролика вы поскидывали мне скриншоты в группу, как вы выкидываете мусор в этот тату-салон. И мне реально стало жалко чела, который просто купил этот тату-салон. Там столько мусора, там один чел просто выкинул 120 мешков мусора, понимаете, пацаны? В этот маленький тату-салон, там просто, там заходишь, и там просто все в мусоре лежит, понимаете? Но Палета Бэй, ты вообще-то там, где впереди. Да. Чё твой Порш не догоняет, ты меня... В смысле, давай, окей. А это кто проедет? А это кто пролетел, погоди, это не... Я вообще не знаю, что такое Палета Бэй, здесь мне похуй. Палета Бэй спереди находит. Короче, друзья, там просто сверху было уведомление, что там какие-то Макларены, какое-то мероприятие, какие-то конкурсы. Мы просто, я хочу съездить, проверить вообще, что там за движуха такая. Так ты догони сначала. Так тебя я догоню, Андрей, я же не на полную наваливаю, ты чё? Видишь, я... Нахуй. Бля, бедный грузовик вообще, ребят. О, так это ты его скинул? Это вы меня толкнули. Я подумал, это Андрей сначала смотрел. Ну, сивели в своем. Андрюха, так это ты грузовик скинул, ты прикалываешься? Ты на вас. Долбоёб. Блять, крыса, что-то сдохла, нахуй. Пытался меня сбить, в итоге сука. Давай, поднимайся сюда. Ну чё тут? Да блять. Блять, он опять улетел. В него инкассатор просто навстречу вылетел. Андрюша, ты там как, живой, не? Нормально. Живая там, алё. Пацаны, тут на дороге винтажный пистолет валяется, смотрите. Поднимай. Кому никто не хочет подобрать? Да, нет, боже нет. Мой, да ну! Да ровно же стоял, никому не мешал! Это я вижу. Ебать, она... Ой, блядь! Ой, это ты сделал, Андрей? Нет, это вот это Audi сделал, желтый, она да под жопу ну дала. Да ну нафиг! Кому? Бедный там грузовик, пацаны, упал там вниз. Просто... Давайте, может быть, ему как-то поможем, я не знаю. Давайте. Да что ты давай, чудишь, давай, Вася? Чувак на желтом ауди вообще неадекватный. Ауди уже горит просто этот бунтарь. А где? Блин, парни, его вытащить надо, как-то он внизу бедненький просто. Да, ладно, да, поехали, да, поехали. Может, ладно, поехали, горячий. Что-то мы как-то очень медленно едем, на самом деле, я предлагаю немного просто газануть так нормально, чтобы это. Я предлагаю уже нехне в Кайпале там. Но мне что-то кажется, что на самом деле мы так долго ехали в Палета Бэй, что там уже все закончилось просто, реально. Но я, по крайней мере, здесь никаких макваронов не вижу, так что, скорее всего, мы просто все пропустили, реально. А нифига, МКГ-350 едет. Я да, блядь. Сейчас заеду починиться, Макс. Ладно, парни, давайте собьем, короче, найти на макварон и поехали, я вам покажу кое-что реально интересное. Вы помните, да, то, что у меня сейчас нет бизнеса, потому что, как бы, я дурачок и просто его слил, как бы, да, как бы, забыл проплатить, и, как бы, ну, у меня его забрали, как бы, да, государство просто отжало за невыплату, как бы, налогов, долги там, да, и так далее. Вот, но у меня есть очень хорошая новость, спасибо большое тебе, Андрей, реально, прям, респектую. Вот смотри, что он делает на своем комарике этом, а? Ты где там едешь, Андрей? Человека сбил, ай-яй-яй. Здесь аккуратно, Андрей. Бля, она наоборот занижается, но управляется пиздец. Охуенно, я говорю, Олег, бля. Давай, газуй. Я круиз включил. Все, сколько? Я еду 190 на круизе, пацаны. О, заебись, я тоже включу. Давай. Ну там как раз прямая. Короче, друзья, у меня для всех вас есть радостные новости. Я купил себе новый бизнес. И я прямо сейчас покажу вам, что это за бизнес, где он находится. Ты видишь, как машина занижается при круизе, охуеть. Да, нет. У тебя прям слишком заниженная какая-то тачка. Она у меня прям пиздец. Осторожно. А можно по своей полосе, пожалуйста, ехать, как бы, да? Она у меня вот, типа, налево, направо. Да, блядь!
Ну что вот это такое? А где Андрей? Он вылетел. А ты не пристегивался, что ли? Молодец. Короче, пацаны, я вам так просто дам небольшую наводку. Этот бизнес находится недалеко от респауна. Там, где пляж. Аккуратно. Аккуратно. Это все? Ты прям максимум выжимаешь? Вот теперь да. Серьезно? Я просто газ просто выпускаю, то... Дурак. Он наёбнутый. Вот самое главное, он первый начал подрезать и в итоге сам же и улетел. Молодец, Андрей. Они что, уебываются? Красава. Так ты сам начал, ты что, прикалываешься, что ли? Ты там сейчас спрашиваешь, это все, что ли? Это все? Так, я еще дорогу на самом деле до конца не изучил, как туда ехать. А, не знаю, так что, друзья, сейчас тоже запоминайте, как ехать в мой бизнес, как бы там. В общем, здесь направо поверни. Вот сюда прям. Он тоже прям красиво залетел, так, смотри. Блин, слушай, мне прям Мерс очень нравится. Мне прям он очень нравится, я не знаю. Ну нахуй мы сейчас заехали. Он наваливает, он едет хорошо. Ну мы не по дороге едем, за дурак, блядь, пешеходная дорожка. Поехали за мной, я бизнес. Да ё-моё, да... Да вы заебали, вы можете нормально ехать? Можете нормально ехать, заебали, прямая дорога, блядь, почему метарани. У тебя проблема ехать просто ровно? Да. Не быстро. Я не быстро еду, я еду 100 км в час. Так, а тут какой 100 км в час? Тут знаешь, как обычно людей ходят вообще обычно? Поехали, пацаны. Потому что ты здесь пошел, и я в тебя влетел. Так, и мы почти с вами уже подъехали. Ну, собственно, вот так, господи. Это он? Собственно, вот. Вот это мой магазин, пацаны, да? Хуета. Это магазин одежды. Хуета, хуета, блядь, ларёк какой-то, блядь. Если у кого-то есть желание приобрести новые шмотки, качественные шмотки, съезжайте ко мне в магазин. Вот это, Олег, вот это твой магазин. Да, это мой магазин. А что вам не нравится? А что вам не нравится, я не понимаю. Реально стрёмно, Олег. В смысле стрёмно? Это офигенный магазин. Видишь, сколько кепок сверху продаёт? Наценка $12, ты не охуел, честно, блядь. Чего? Минимальную делай, нахуй. Нормально, смотри, ну так, что, у меня уже, кстати, я его только 2 дня назад взял, мне его подписчик дал, ему пока так он не дал, просто пока за бесплатно, как бы его, но я обман сказал, игроков. Я обязательно ему переведу деньги, вот, посмотрю вообще, какая прибыль у него и так далее, и он мне за 2 дня, покажи прибыль! За 2 дня он мне принес 700 тысяч, пацаны, без какой-либо вообще рекламы, без ничего, он просто стоял и все. Так мало? Слушай, так мало, слышишь, Макс, этот магазин сейчас будет приносить больше, чем твоя амунация, я тебе отвечаю. У меня аграрика приносит 2 миллиона. Короче, друзья, вы знаете, что делать, как бы, да, если вам нужны шмотки, если вам нужны маски, если вам нужна 2 миллиона в день. Любые вообще, там, не знаю, кепки, часики, как бы все, заезжайте в мой магазин. Ну, на этот бизнес подписчика проебет. Я специально сейчас, смотрите, даже вот сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю просто максимальную скидку. Максимальную цену. Управление, цена продукции у нас сейчас стоит $12, я ее еще ставлю $7. Красава! Это самая минимальная цена. Ты входишь в наше братство бизнесменов теперь. Я рад. А знаете, что я рад? Во-первых, огромное хочу сказать подписчику, который предложил мне, да, продать этот бизнес. Во-вторых, я рад то, что мой бизнес не будет никак конкурировать с вашими, потому что у Макса амунация, у Андрея тату-салон, у меня одежда. То есть это прям очень круто, потому что когда у Андрея был тату-салон, и у меня Андрей, тату-салон надо одежду. Был, это было неудобно, потому что как-никак... Да, как надо купить одежду будет. Вот, а теперь у меня магазин с одеждой, как бы, ребята, это реально крутяк. Олег, реально, вот за это тебе просто уважение, я тебе жму. Спасибо, вот, Андрюха, спасибо большое. Давайте сейчас руку пожму. Это реально очень круто, спасибо. Это такое рукопожатие, да? Спасибо. Я на самом деле реально очень рад, потому что я хотел на самом деле избавиться от магазина. Ну, тату салона своего предыдущего, потому что мне он не нравился, как бы, да. Вот, но, собственно, других бизнес-вариантов Андрей, особо ебаш. Не было. И знаете, все, что не происходит, все к лучшему. Оружие, убери, слышишь, ты что прикажешь? Рядом с моим магазином не должно быть никакого оружия, никакой перестрелки, ты понял? Так, ну все, пацаны, поехали. Теперь, наверное, откроем пару контейнеров, потому блин, что. У меня мусора до хрена, я не знаю, куда я взял. Я надеюсь, Олег, на вашу поддержку. Поддержите просто максимально этот бизнес, как можете. Реально, Олег, подержи просто нас. Сейчас самые максимальные скидки именно здесь. Вы можете купить. Блин, он едет там, или что? Который продается в дорогих магазинах, только за поле. Заебал всю рекламу. Так, а че? Так, поехали, нам за контейнером, пацаны, направо. Олег, поехали. У Андрея много мусора, пойдем убить его. А куда, зачем? Блин, я на самом деле так давно не открывал контейнер, я уже просто реально соскучился по этому. И да, наверное, где-то дня 3-4, да? Я оттуда что-то реально интересное и классное. Да можно было что-нибудь другое раз, сделать, помнишь, на самом деле, Олег? Буквально с тобой недавно ходили в казино, мы там с тобой подняли дофига. Да можно было мусор выкинуть. Поэтому, как бы, я хотел бы эти деньги сегодня вложить в контейнер, посмотреть, что оттуда выпадет. Лучше бы в мусор вложил. Если я уйду прямо в большой минус сегодня, то, походу, придется снова ехать в казино и поднимать те же самые деньги. Потому что других, как бы, способов заработка сейчас особо-то и нету. Сейчас нужно подождать, пока будет бизнес раскручиваться, чтобы он, ну, уже нормально так приносил, как вы сами понимаете. Какой у меня комара охуенный, я охуенный. Какой у меня Мерседес. Слушайте, ну мне реально Мерин просто максимально нравится. Мерин? Мерин.
Три мульта. Продавай себе Mercedes GT, бля, сраный. Догоняйте, пацаны, давайте там. Пыль глотайте, ёбать. Слушай, Олег, ты задолжал денег. Ой, как красиво пошёл. Да, блядь? О, все, красава, ой. Да, охуенно, блядь. Как... Чё вы стреляете, блядь, Андрей, нормально? Да что за бред? Олег, ты задолжал денег теперь. Так, блин. Ебашу. Я никому денег не должен, вы прикалываете, что ли? Сначала Олег, догоните меня, говорите. Какие? У меня нету денег. Машина. 52 бакса осталось. А что, Порш, все, да, все сдулся, тогда не можете. А типа, у меня, да? Может, стоковый, потому что у тебя-то фуловая, блядь. Стоковый, ну конечно, да, да, я да. Не тюнил, алло. Да, ты да. Ты у меня ролик Олег, видел, продавай свой Mercedes GT в гос и отдавай бабки, все. Это не мой, это не моя машина. Другой, свой, поехали. Другой, который ты выбил. А, не. А, так ты папа, блядь, задолжал, чувак. Да. А почему я продавать ты его должен? Потому что ты должен Максиму денег, он за тебя проиграл. Какие деньги, я не хочу ничего. Ну а нахуй! Че это было такое вообще? Андрюша, прикрой! Андрюша, прикрой! Я пытаюсь, Олег. Человек валяется! Помоги ему! Сейчас будешь ты его. Подручка! Андрей, ты зачем его задавил? Я не давил. В смысле ты его не давил? Я же все видел. Скорая выехала сзади, как раз сзади едет Олег скорая. Да, Олег, слезь ты, похуй. Скорая сзади едет, Олег. О! Нет! Нет! Ну, блядь! Фига себе, так прям как в фильме сейчас было! Нет, 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 я вниз снова лететь не хочу! Короче, друзья, я предлагаю сегодня на этом закончить это видео! Ой, блин, почти спину! В ком, пиздец! Я надеюсь, оно вам понравилось! С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Андрюша, Индифай и Макс Фрэш! Не забывайте подписываться на все наши каналы, не забывайте пользоваться нашими промокодами при регистрации! Если кто не знает, как это сделать, заходите на сервер, нажимаете на кнопочку F2, далее переходите в нашу реферальную систему, далее здесь вводите промокод Кофе, либо PL-MNQ! Вот, огромное спасибо каждому, кто сделал так, кто союз промокода, который спасибо за вашу поддержку, вы также получаете огромный бонус при достижении определенного уровня в игре. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи, друзья. И всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока.